Добрый вечер, дорогие друзья. Я приветствую тех, кто только сейчас присоединился к нашей программе. То, что вам предстоит увидеть, эксперимент, не только по форме, но главным образом по содержанию. Вам предстоит быть участником большого телевизионного исследования одной из загадочных, невероятно интересных проблем, история которой насчитывает не одно столетие. Он или не он? Вот в чем вопрос. Думали ли вы о том, какое место занимает Шекспир в нашей жизни? Только по «Гамлету» и «Королю Лиру» снято более 120 фильмов. Ежегодно выходит более 3000 новых книг и статей о творчестве великого барда. Ежегодно около 700 новых постановок. Шекспировские ежегодники, ежеквартальники, национальные и международные конференции, симпозиуму, фестивале. Как сказал Гёте, Шекспир и нет ему конца. Только вот он это или не он? Вопрос этот выдумал не я. Больше того, существует он уже больше 200 лет. И занимались им такие великие люди, как Диккенс, Марк Твен, Бисмарк, Фрейд, Галсуорси, Чаплин, Луначарский, Ахматова. Я хочу прибавить, что среди несомневающихся знаменитостей еще больше. Так что на каждый резон два против. И нет конца этой баталии. Продолжаются споры о знаменитом таинственном шекспировском вопросе. Здесь у меня только документы, общепринятые результаты научных исследований. Что же касается гипотез, тут я без риска вызову духи их авторов или приглашу свидетелей. Ну а чтобы ни я, ни кто из них не приступил до дозволенных крайностей, чтобы все было по науке, по чести, позволю представить эксперта-секунданта, шекспироведа, специально занимающегося изучением истории споров вокруг шекспировского вопроса, Илью Михайловича Гелилова. Правда, истина, объективность. Вот в этих двух папках вся драма. Весь вопрос. Здесь объективные, удостоверенные факты биографии актера из Стратфорда на Эйвоне по имени Шекспир. Здесь список научно обоснованных данных об авторе 37 пьес, двух поэм, стихотворений, сонетов, полученных в результате анализа всех этих творений. Итак, судите сами. Одно маленькое замечание – весьма существенные для дальнейшего. В приходских и городских архивных документах отец Джон и сын Уильям Шекспир обычно записывались как Шекспир через «е». Имя же великого барда произносится по-английски «Шекспир». Переводится как «потрясающий копьем». Запомнили? Итак, начнем
Шекспира. По преданию, вот в этом доме в городе Стрэтфорде на Эйвоне 23 апреля 1564 года родился Уильям Шекспир. То, что вы видите, не более чем современная реконструкция внутреннего убранства дома. У каждого предмета своя история, своя легенда. Так, например, рассказывают, что писать Уильям учился у этой конторки. Родители Уильяма и потом его дочь, что самое удивительное, были неграмотны. Вот школа, начальная грамматическая школа в Стрэтфорде, где, как сообщает предание, учился Уильям. Однако документов о том никаких нет. Никогда не учился в университете. Вернее, даже так, в списках студентов, а они все сохранились, имя Шекспира не значится. В 1582 году Шекспир, 18 лет, женился на девушке старше его на 8 лет, получил небольшое приданое. В 1583 году родилась дочь, в 1585 году близнецы, сын и дочь. Вот в этом доме жила Энн Хатауэй, покорившая сердце 18-летнего Уильяма. И этот самый дом он вскоре, через несколько лет, таинственным образом покинул. Почему? Предполагает, из любви к театру. Следующие 9 лет – это так называемые потерянные годы. Никаких документов. И лишь в 1594 году есть подтверждение. Он в Лондоне, в труппе лорда Камергера, пайщик труппы. Но вот уже факты, принадлежность которых содержит вопросы. 1593 год, появляется Венера и Адонис. 1594 – обесчещенные Лукреции. Две поэмы, подписанные Уильям Шекспир, потрясающий копьем. Это же имя на изданиях трех пьес 1598 года. Поэмы посвящены знатному молодому лорду, графу Саутгемптону. До 1616 года смерти Шекспира, как известно, напечатано менее половины его пьес. Причем история почти каждого издания сложна и запутана. Обратимся к другим фактам. Тысячи работ, написанных о шекспировских произведениях, свидетельствуют об огромном, ни с чем не сравнимом словаре Шекспира, более 20 тысяч слов. Это минимум в 2-3 раза больше, чем у Милтона, Теккерея, Гюго. Знание языков. В Генри V, четвертая сцена третьего акта, целиком написана по-французски. А всего в пьесе около 100 строк на хорошем старофранцузском. Сюжет Отелло взят из сборника Чинтио, переведенного на английский язык только через 1,5 столетия. Превосходное знание греко-римской мифологии, литературы, истории, масса греческих и латинских выражений, использование Плафта, Овидия, Ливия, Сенеки, Плутарха и других античных авторов. Специальные исследования показывают основательность его познаний в юриспруденции, в военном и даже морском деле, в кавалерийских приемах, в музыке, в банке использовано свыше 60 названий растений. Уже этих фактов было бы достаточно для того, чтобы усомниться в авторстве. Но вот еще. От Шекспира не осталось никаких рукописей, никаких, вообще ни одного клочка бумаги, написанного его рукой. Все, что есть, это 6 подписей под деловыми бумагами, и вот они. Обратите внимание, какой плохой почерк. Дрожащий, неуверенный, знающий английский язык могут различить различные транскрипции, но нигде Шекспир. Еще капля недоумения к загадке. Это был век расцвета
портретной живописи. До нас дошла масса портретов того времени, всех, кроме Шекспира. Ни одного достоверного прижизненного портрета. Но вернемся к подписям и к последним из сохранившихся документов. О чем они говорят? Что продавал солод и давал деньги в рост, что несостоятельных должников преследовал через суд. Неприятно, но увы. Как это не согласуется? Вспомните хотя бы венецианского купца или Тимона. Как гневно и презрительно бичует он ростовщиков. Непостижимая раздвоенность. И в то же время никаких документов о его литературных доходах. Есть распространенная точка зрения, что он был пайщиком, драматургом и работал только для своей труппы. А поэмы? Сонеты? Я прошу прощения за свои отвлечения и эмоции, но так трудно удержаться от комментариев. Вы меня не осуждаете, Илья Михайлович? Нет. На эти странные противоречия шекспировской биографии обращали внимание не только вы, но и все, кто ее изучал. Известный русский революционный специалист в области английской литературы профессор Николай Иванович Стороженко, не сомневавшийся в правильности традиционных представлений о личности Шекспира, вместе с тем отмечал, история мировой литературы не знает большего противоречия между несоответствием, между тем, что нам известно об авторе и его произведениях. Да, действительно не знает. 1597 год. Покупка дома в Стрэтфорде. 1602 год. Покупка участка земли за 320 фунтов. 1605 год. Приобретает право взимать 50% 10% налога на пшеницу, солому и сено в трех ближайших селениях. 1613 год. Ликвидирует свои дела в Лондоне, окончательно поселяется в Стрэтфорде. 25 марта 1616 года завещание, найденное только в 18 веке. Все имущество расписано до пенсов на несколько поколений вперед. Ложки, чашки и тому подобное. Жене вторая по качеству кровать. Головоломка для шекспироведов. Ни разу не упомянуто слово «книга», ни слова о рукописях, расчетах с издателями. И вот документальное изумление человека, нашедшего завещание. Ни одного слова, напоминающего великого барда. Смерть Шекспира прошла совершенно незамеченной. Вопреки обычаям, английские поэты и драматурги ни одним словом не оплакали своего великого собрата, ушедшего из жизни. Вот и все, что касается Шекспира из Стрэтфорда. И в то же время имя поэта и драматурга Шекспира уже широко известно в конце 1590-х годов. Если бы музы умели говорить по-английски, они говорили бы изящными фразами Шекспира. Это только одно из многих признаний того времени. Его пьесы ставятся и в публичных театрах, и в Королевском дворце, но при этом ни одного свидетельства о самом о нем, как о писателе, драматурге, как о конкретном человеке. Вот это и есть то, что принято называть шекспировской тайной.
Вот такой роскошный фолиант появился на свет только через 7 лет после смерти Шекспира. Вот, 1623 год. Мистера Уильяма Шекспира, комедии, истории и трагедии. 36 пьес. Из них половина вообще напечатана впервые. В том числе «Макбет», «Буря», «Двенадцатая ночь». На 9-й странице список актеров, открывающиеся Шекспиром, игравшим во всех этих пьесах. Вот портрет Шекспира для этой книги, выполненный Мартином Дройсхутом. Взгляните, странный портрет, не так ли? Лицо как маска, одежда не по сословию, странный воротник, оба рукава на одну руку. Портрет этот не стал популярным. Идем дальше. 1640 год. Еще живы современники Шекспира. Выходит сборник поэтических произведений Шекспира. И снова портрет, похожий на Дройсхутовский. Но с оливковой ветвью, вот, и ореолом вокруг головы. Под портретом стихи. Это тень, прославленный Шекспир, душа века, предмет восторгов, чудо нашей сцены, одни вопросительные знаки подряд. Что они означают? И еще один вопрос. Это церковь Святой Троицы в Стрэтфорде, где находится надгробный камень и знаменитый Стрэтфордский монумент. Вы обратили внимание, лицо невыразительное, а дутловатое, даже глупое. Это не мое мнение. С этим соглашаются многие шекспироведы. Знаменитый Довер Уилсон и вовсе называет это портретом мясника. И видит в нем причину всех сомнений в личности великого барда. Но идем далее. Надпись на постаменте. К прохожему, если он умеет читать. Читай, кого завистливая смерть заключила в этот монумент. Все написанное им непревзойденно. Поэзия лишь паж, который служит его уму. Ниже дата. Умер 23 апреля 1616 года на 53-м году жизни. Итак, надписи и хвалы не оставляют сомнения. Тут похоронен великий бард. Установлено, однако, что раньше, очевидно, до середины XVIII века, бюст выглядел иначе, вот так. Уже не самодовольный колбасник, а скорее унылый портной. Это слова известного шекспироведа Шенбаума. Нет бумаги и пера, усы опущены вниз. Вместо красивой подушечки с кистями бесформенный мешок, который он прижимает к животу. Что это? Символ богатства? Кто платил скульптору за памятник? Неизвестно. Но в сравнении с другими тайнами. В середине XVIII века бюст ремонтировали, очевидно, с самыми добрыми намерениями. А и кое в чем улучшили. Потом покрасили в белый цвет, потом перекрашивали. Можно еще отметить, что ни в первом своем варианте, ни в сегодня существующем изображение лица бюста не похоже на портрет Дройсхута. Здесь, в этой точке, в последний раз пересеклись факты двух биографий. Но пройдет еще не менее 200 лет, прежде чем «прекрасная тайна», как назвал ее Чарльз Диккенс, станет объектом для многочисленных и невероятных гипотез. Ну что, Илья Михайлович, поскольку вы не прерывали ни разу, я думаю, что все факты изложены правильно, да?
Это действительно фактический материал, подтвержденный многолетними исследованиями. Да, это документально подтвержденные факты, собранные в процессе многолетних исследований. И разными исследователями. И разными исследователями, энтузиастами. А кроме них что-нибудь? Но кроме документально подтвержденных фактов существуют так называемые предания, собранные в Стрэтфорде через несколько десятков лет после смерти Шекспира. Эти предания, часть из них, по крайней мере, сейчас считается недостоверными. И к ним следует относиться с осторожностью. Ну, рассказывали, например, что мальчика рано взял из школы отец-перчаточник, что он помогал ему в качестве подмастерья. И, например, когда забивал телят, то любил при этом произносить якобы торжественные речи. Это наивная такая легенда, но характерна вообще для того, как складываются такого рода предания. После этого рассказывали, что он якобы любил местный крепкий эль и однажды даже состязался с завзятыми битвофрудскими пьяницами. Возвращаясь домой, не смог дойти до дому и заночевал под дикой яблоней, которую потом долго показывали. Которая сама стала легендарной. Но вокруг крупных личностей всегда ведь возникают такие легенды, предания. Такие легенды. И это такой естественный процесс, и неоднократно в истории наблюдавшийся. Ну, рассказывали также, что он стал браконьером, убивал оленей, попался, был наказан, бежал в Лондон, где первое время подрабатывал тем, что стерег лошадей знатных зрителей, приезжавших на представление возле в театр. Он стерег лошадей возле театра. Потом стал писать пьесы и весьма, как говорили, преуспел в этом. И граф Саутгемптон подарил ему 1000 фунтов стерлингов. Это, ну, это огромная сумма, и на 5-10 фунтов можно было безбедно прожить целый год. И известно теперь, что граф Саутгемптон именно в это время испытывал большие финансовые трудности, и сумма совершенно невероятная. Ну, да, и такие еще предания есть, как некто Ульям Довинант рассказывал, не щадя чести своей матери, что его настоящим отцом якобы был великий бард. И так далее, и тому подобное. Ну, это ему самому, это уже не имеет отношения к Шекспиру никакого. Во всяком случае, его чести не роняет. Чести Шекспира не роняет, но к нашим знаниям о Шекспире немного и прибавляет. Да. Ну, можно еще добавить, что потом, когда стали лучше разбираться в глубине шекспировского творчества, появились еще более поздние предания о том, что он якобы был учителем одно время, или солдатом, или помощником адвоката. И вот эти предания, которые составляли основу первых биографий XVIII века, биографии Шекспира, они уже тогда вызвали и вызывали сомнения и недоумения. Так появились первые критики. А в дальнейшем с появлением и обнаружением подлинных фактов эти сомнения у многих укрепились. А, сомнения в личности. Сомнения в том, мог ли этот человек быть автором столь великих произведений, обнаруживающих такие огромные знания, и не говоря уже о таланте, о гении. Сейчас продолжится наше действие, и все те гипотезы, о которых пойдет речь, они все-таки основываются на фактах или на легендах, на преданиях? В основном гипотезы основываются на документально подтвержденных фактах и на тех преданиях, которые им не противоречат. Ну, отдельные нюансы, раскрашивание фактов, которые, как всегда, могут иметь место в преданиях, они существа дела не меняют. Понятно. То есть то, что мы сейчас увидим, на это можно полагаться так же основательно, как и на то, что было в первой части нашего действия. До начала следующего действия у нас еще 2 минуты.
И мы предлагаем вам небольшую цитату из Шекспира, где также действуют тайны, маски, завещания, копии, каталоги, атрибуты и умопомрачительные женщины. А есть что-нибудь у вас? Добрая леди, разрешите мне взглянуть на ваше лицо? А разве ваш господин поручил вам иметь дело с моим лицом? Вот вы опять не придерживаетесь текста. Ну хорошо, откроем покрывало, чтобы вы могли лицезреть картину и общаться со мной лично. Вот, сэр, мое потрясающее изображение. Недурная работа, правда? Правда. Если это дело рук божьих. О, сэр, краска прочная, не полиняет при любой погоде. Да, это красота есть красота. Да. Природа в ней смешала алый с белым. Но вы, леди, были в самую жестокой из женщин, если прелести свои свели в могилу, не оставив копий. О, сэр, я не буду настолько жестокой. Я издам всевозможные каталоги своей внешности. Им будет составлен инвентарный список, и все ее части и атрибуты будут приложены к завещанию. Например, губы числом 2, алого колер. Засим глаза светлые, 2 штуки. К ним пара век, подбородок 1, шея 1. И так далее, сэр, и так далее. В 1856 году выходит книга «Раскрытая философия шекспировских пьес». И написала ее... А написала ее Делия Бэкон, прекрасно знавшая литературную действительность елизаветинско-якобианской Англии. Единственным из современников Шекспира, который хорошо был изучен уже тогда, был великий философ, оратор и друг муз Фрэнсис Бэкон, отнюдь не родственник, а просто великий однофамилец Делии. Огромная эрудиция Бэкона, близость многих идей к шекспировским, а также некоторые двусмысленные намеки современных Бэкону поэтов-сатириков привели исследовательницу к идее, что только ее великий однофамилец мог скрываться под этим псевдонимом. Причиной тайны – она считала политическую конспирацию и боязнь повредить своей карьере. Более того, она была убеждена, что под могильным камнем Шекспира со странной надписью, заклинанием «Не трогать погребенный там прах» скрываются важные документы. Она даже пыталась сдвинуть этот камень, проникнуть в могилу, но была задержана и в 1859 году умерла в больнице для душевнобольных. В 1973 году, 15 лет тому назад, неизвестные пытались вскрыть постамент Стратфордского бюста. По-видимому, они искали рукописи. Утверждение об авторстве Фрэнсиса Бэкона Делия не доказала. Но ее гипотеза получила поддержку всех, кто и до этого испытывал сомнения и недоумения. На протяжении второй половины XIX века появились сотни книг, статей, брошюр. Дискуссии велись на разных уровнях, подчас весьма резкие. Важнейшим результатом всего этого стало невиданное повышение интереса к Шекспиру, к его творчеству, ко всей литературе его времени.
Искатели перерыли все архивы, нашли много новых, неизвестных ранее документов. Однако конкретных фактов, доказывающих, что Фрэнсис Бэкон действительно скрывался под именем Шекспира, беконианцы не обнаружили. Тогда наиболее нетерпеливые из них стали искать доказательства прямо в текстах произведений Бэкона и Шекспира. Но как это бывает, когда очень хочется, дешифровщики работали настолько грубо, шарлатанскими методами, что вызвали справедливое негодование тех, кому было дорого шекспировское наследие. Дешифровщики наговорили и написали немало глупостей, дискредитировав не только самих себя, но и саму постановку вопроса о странностях шекспировской биографии. Им крепко досталось и по делам. Беконианство потерпело поражение, хотя есть беконианцы и сегодня. Шекспироведение избавилось от многих наивных легенд, но шекспировская тайна осталась. В конце прошлого века некоторые исследователи обратили внимание на странную фигуру Роджера Мэннерса, графа Рэтленда. Родство и дружба с влиятельными фамилиями Эссексом, Саутгемптом, учеба в университете, путешествия по Европе, учеба в Италии на Падуе, знание языков, странный платонический брак с дочерью великого поэта Филиппа Сидни, отшельническая жизнь в последние годы, ранняя смерть в 1612 году, кстати, совпадающая с прекращением шекспировского творчества, привели нескольких исследователей к выводу, что именно этот человек писал под псевдонимом, вернее, под маской Уильяма Шекспира. Особенно много сделал для обоснования и развития этой гипотезы бельгийский историк Селестен Демблон. Я обратил внимание на найденную в замке Рэтлендов в Бельвуар запись дворецкого, сделанную в марте 1613 года, о выплате Шекспиру и актеру другу Шекспира Бербиджу по 44 шиллинга золотом за некую запись, звучит таким образом, импрессу моего лорда. Это единственная запись такого рода о Шекспире, единственная. Мне пришлось изучить немало материалов, документов. Я побывал в Италии и в архивах Падуанского университета. Вместе с фамилией Рэтленда нашел имена студентов изданий Розенкранца и Гильденстерна. Как они попали в пьесу о Гамлете? А? Вопрос. В 1603 году новый король посылает Рэтленда в Данию, королю-христиану. И вскоре после этого, в 1604 году, появляется второе кварто Гамлета с многочисленными датскими реалиями. Пьянство при датском дворе, датские имена, такие подробности, как занавес, на котором расположены датские короли, портреты датских королей, ну и многое-многое другое. В 1912 году я выпустил книгу, которая имела изрядный успех. Изрядный. В дальнейшем я рассчитывал продолжить поиски и найти окончательные и бесспорные доказательства авторства Рэтленда. Но началась мировая война, а потом таких доказательств, черных по белому, доказательств, которые окончательно решили бы шекспировский вопрос, мне найти не удалось. Все мои доводы и факты доказывали только причастность Рэтленда к Шекспиру. Но какова степень этой причастности? Ведь он мог быть и информатором Шекспира. Словом, дело оказывалось сложным и запутанным. Требовались все новые и новые доказательства.
Шекспироведение от этого только выиграло. Расширился круг исследований. Ротлендианская гипотеза получила широкое развитие во многих странах, и в том числе и в нашей стране. В одной из книг 24 года Ретленд уже чуть ли не революционер, вроде наших русских декабристов и вообще товарищ Ретленд. Анатолий Васильевич Луначарский считал эту гипотезу наиболее вероятным решением вопроса о личности Уильяма Шекспира. Вот буквально его слова из статьи «Шекспир и его век». Так много совпадений нельзя объяснить иначе, как тем, что автором является Ретленд. Тут почти невозможно спорить. Отвечая некоторым своим оппонентам, высказывавшим недовольство аристократическим происхождением Ретленда, Луначарский писал: «Нам было бы приятнее, может быть, чтобы этот величайший в мире писатель был из низов. Но приходится признать, что Шекспир и Ретленд, по-видимому, одно лицо». Какой ты стихией порожден? Все по одной отбрасывают тени, а за тобою вьется миллион твоих теней, подобие отражений. Вообразим Адониса портрет, с тобой он схож, как слепок твой дешевый. Елене в древности дивился свет, ты древнего искусства, образ новый. Невинная весна и зрелый год хранят твой облик внутренний и внешний, как время жатвы полон ты щедрот, а видом день напоминаешь вешний. Все, что прекрасно, мы зовем твоим. Но с чем же сердце верное сравним? Но вскоре в нашем отечественном шекспироведении произошел пересмотр. В 1932 году Александр Александрович Смирнов опубликовал тезис о неприемлемости для советского шекспироведения всех подобных сомнений и гипотез. Фактическая база антишекспировских теорий слаба. В отсутствии рукописи и всяких письменных следов творчества я не нахожу ничего удивительного. Обычная тогда история. Малограмотность актера ничем не доказывается. А универсальность знаний автора пьес чрезвычайно преувеличивается. Вся его ученость перекрывается десятком популярных книжек полуобразовательного характера, распространенных в то время. Допущение, что существовало соглашение автор-актер, оставшееся тайной для целого поколения литераторов, драматургов, издателей, актеров, допущение это маловероятно. Но кроме аргументов фактического порядка, все эти теории не только неприемлемы для нас, но и идеологически враждебны. Первая причина тому – антинаучность психолого-биографического метода, когда содержание творчества писателя объясняет узколичными обстоятельствами, интимными переживаниями его жизни. Вторая причина – неприемлемости теории и враждебности для нас. Это то, что все серьезные кандидаты – это аристократы, титулованные лица. Вообще, весь этот долгий и запутанный спор по поводу шекспировского авторства представляет лишь анекдотический интерес и не имеет ничего общего с научным изучением творчества. Нам важно не имя автора, не бытовая личность его, а классовый субъект тех 34 пьес, которые, надо полагать, и с достаточным основанием современники и потомство приписывали Шекспиру. Еще два слова о ретлендианской гипотезе.
В Англии она не получила широкого распространения. Главным образом, потому что Рэтленд был еще слишком молод, когда начали появляться первые шекспировские пьесы. Но давайте вспомним. Поэма «Венера и Адонис», которую Шекспир назвал в посвящении Саутгемптону первым плодом своей фантазии, датирована 1593 годом, а Рэтленду было уже 17 лет. Мало того, именно в это время, что подтверждается письмами, он был особенно близок к Саутгемптону, которому было всего 20 лет. В 1918 году появилась гипотеза француза Лефрана, где доказывалось, что под именем Шекспира скрывался Уильям Стэнли, шестой граф Дерби. Вам интересно знать, почему? Дело в том, что его старший брат содержал актерскую труппу, писал стихи. Имеется свидетельство, что Дерби писал пьесы для публичных актеров. Вспомните тот спектакль, который показывают ремесленники во сне в летнюю ночь. Так вот, он очень напоминает те народные представления, которые известны в Честере и которым покровительствовали графы Дерби. Мало того, инициалы Уильяма Стэнли совпадают по написанию с теми, которыми были подписаны некоторые ранние шекспировские издания. Есть основания считать, что королева Елизавета знала, что Ричард II написан Дерби. Однако более определенных доказательств Лефран не смог представить. Да и посмертная Великая Фолио появилась в 1623 году, когда и Дерби, и Бэкон были еще живы. Разве это не противоречит гипотезе? 1920 год. Профессор Луни публикует результаты своих многолетних исследований шекспировского авторства. Началось с того, что, разбираясь со студентами венецианского купца, я пришел к твердому убеждению, что пьесу мог написать только человек, побывавший в Италии. Тогда я занялся изучением других пьес, поэм, сонетов и составил характеристику, перечень тех необходимых качеств автора, без которых невозможно были бы все шекспировские творения. Список получился длинным, в который вошли, к примеру, кроме общеизвестных, склонность к таинственности, эксцентричность, исключительная чувствительность и высокоразвитый литературный вкус, а также щедрость и великодушие, неуверенность, сомнения там, где дело касается женщин. Среди неизбежно необходимых требований к личности автора оказалась принадлежность к кругу высшей аристократии и, например, знание многих видов тогдашнего спорта и развлечений, доступных только знатным, богатым лендлордам. Составив такой портрет, я стал изучать творчество поэтов того времени, связанных со двором, полагая, что прежде чем начать писать под псевдонимом, искомый автор сначала наверняка хоть что-то публиковал под собственным именем. Таким образом, я обнаружил сходство поэзии Эдуарда де Вера, графа Оксфорда, с первой шекспировской поэмой «Венера и Адонис». В британском национальном биографическом словаре я прочитал статью об Оксфорде. Она рисовала образ человека, полностью соответствующий моей характеристике. Оксфорд был близок ко двору. Его тестем был всесильный лорд Берли, черты которого многие видят в образе Полония в Гамлете. Родственник Оксфорда посещал датский двор. У него было два кузена по имени Гораций и Фрэнсис. Узнаете? Горацио и Франциско из Гамлета. Оксфорд много путешествовал, был в Италии, был связан с театром, покровительствовал актерской труппе,
Покровительствовал он и Саутгемптону. Гербовый щит Оксфорда венчало изображение льва, потрясающего сломанным копьем. В 1578 году Оксфорд сопровождает королеву в поездке по стране. Сохранились сведения, что во время этой поездки Гебриэл Харви, выступая в Кембридже, превозносил литературные успехи графа, но просил его на время отложить перо и встать на защиту Англии от врагов. При этом Харви употреблял выражение «облик потрясающего копьем». По-английски это прозвучало как «Шейкспир». Мерес в 1598 году в своей книге относит графа Оксфорда к лучшим сочинителям комедии. Гипотеза Луни получила постепенно широкое распространение и сегодня имеет наибольшее количество сторонников. Слабым местом ее является отсутствие прямых доказательств, а также смерть Оксфорда в 1604 году, когда большинство пьес еще были не написаны. Оксфордианцы пытаются доказать обратное, но не очень успешно. Создается версия, будто Оксфорд был любовником королевы Елизаветы, и плодом этой связи был Саутгемптон и так далее. Так или иначе, но страсти накаляются, и недавно даже организовали судебное, игровое, но с соблюдением всех внешних атрибутов, разбирательство претензий графа Оксфорда на авторство. Два последних процесса в Нью-Йорке в 1987 году и в Лондоне в декабре 1988 года сторонники графа Оксфорда проиграли. В 50-х годах получила распространение новая версия. Шекспир – псевдоним драматурга Кристофера Марло, убитого в 1593 году, что совпадает по времени с началом шекспировского творчества. В обстоятельствах убийства много странного, двусмысленного. Калвин Гофман в 1955 году выдвинул предположение, что был убит другой человек. А Марло скрывался в имении своего покровителя Уолсингема и писал под именем Шекспира. Гофман предпринял раскопки склепа Уолсингема, где надеялся найти рукописи, но ничего там не нашел. В полуторавековой дискуссии искателям и противникам традиций, разобщенным и спорящим между собой, не удалось вытеснить своих оппонентов с занимаемых ими позиций в шекспировской науке. И не удастся, если они не смогут предъявить бесспорные черным по белому доказательства своей правоты. Например, рукописи, подлинные письма, документы. Но и классическим шекспироведам не удастся окончательно закрыть шекспировский вопрос, пока не будут найдены рукописи или письма, объясняющие шекспировскую тайну. Единственный путь для всех – наука, терпеливые исследования, накопление и осмысление фактов. Сколько же это может продолжаться? Никто предсказать не может. Обе стороны могут утешаться своей причастностью к великой и не имеющей прецедентов в истории человеческой культуры игре, своим участием, вольным или невольным, в ней. Вполне возможно,
что речь идет о самом блестящем создании великого драматурга, сценой для которого стало само время, а роль зрителей и участников отведена сменяющим друг друга поколением смертных. И это удивительное детище великого барда заслуживает изучения, по крайней мере, не в меньшей степени, чем другие его гениальные творения. А знаете, мне нравится ведь. Это удивительно увлекательная вещь. И мне кажется, убедительным некоторые гипотезы. То есть они каждая в момент заявления, по-видимому, при небольшом объеме сведений, она кажется убедительной. Да, но они не содержат прямых доказательств. Ну, понятно. Где же их взять? Это уже забота тех, кто их провозглашает. А взять их, конечно, они могли бы в конкретных научных исследованиях. Ну, кроме этого, кроме того, что они содержат прямых доказательств, они еще противоречат друг другу. Причем они противоречат друг другу, так сказать, во второй части. В первой части, когда они критикуют традиционные представления, они более-менее совпадают. А когда они затем уже выходят, так сказать, на простор и ищут подлинного Шекспира, их пути расходятся, и они часто, и очень часто противоречат друг другу. Это все вот похоже на какую-то грандиозную мистификацию. А? Это похоже на какую-то грандиозную игру, в которой они тоже на этом этапе принимают участие. Ну, известно, что поиски истины вообще для человечества вещь нелегкая. Да, и не только шекспировидная. Ну, хорошо. Но я думаю, что вот то, что отобрано, это наиболее серьезные вещи. Были еще какие-нибудь любопытные гипотезы не из числа завиральных? Да, именно. Это только основные гипотезы. Кроме этого, в разное время были названы еще кандидатуры Эссекса, Саутгемптона, Релли, и Пембрука, королевы Елизаветы, ее восприемника на троне короля Джеймса. Ну, кстати, он был неплохой, не дурной, скажем так, поэт, и не стеснялся, даже публиковал под собственным именем томик стихов, сочиненных его величеству в свободное время. Так называлось на титульном листе. А коллективные тоже ведь были гипотезы, да? Да. Значит, таких индивидуальных кандидатов по разным подсчетам где-то около 50 даже насчитывается. Ну, кроме вот гипотез о индивидуальном авторстве, о индивидуальных кандидатах, есть еще теории гипотезы группового авторства в разных сочетаниях. Например, Бэкон, Ретланд, Мэри Сидни и так далее. Вот это такие. Это тоже убедительно. Они ведь были люди одного круга. Они были, составлять, они общались, такие... и, в принципе, здесь невозможного нет. Ну, тем более, что вообще в то время довольно часто были случаи коллективного авторства. Это подлинные установленные факты. Драматурги часто писали, вот пьеса «Томас Мор» это доказывает, группами 4, 5, а то и больше человек. Так что само по себе коллективное авторство в то время было явлением довольно обычным. Ну, учитывая огромный, ни с чем не сопоставимый словарь Шекспира, гипотезы группового авторства, ну, они, можем, скажем так, осторожно, может быть, более перспективны, чем гипотезы индивидуального авторства. Но хочу подчеркнуть, при условии, если будут найдены прямые доказательства. Письма, рукописи, бесспорные прямые доказательства. Ну, у меня нет надежды, что после нашей публикации, после нашего сегодняшнего спектакля, который с вашей помощью был представлен, немедленно появятся телезрители, которые принесут недостающие письма, документы Шекспира. Но я совершенно убежден, что появится новая гипотеза. И я не исключаю, что нам придется еще вернуться к этому вопросу Шекспира
с тем, чтобы, ну, может быть, не столько обсуждать новые гипотезы, сколько провести некое послесловие. Я убежден, что будут любопытные, во всяком случае, предложения к возвращению на эту тему. Смотрите, принц! Вот он! Святитель небесный, спасите! Он подал знак, чтобы вы с ним удалились, как будто что-то хочет сообщить вам одному. Смотрите, как упорно! Он вас зовет подальше в глубину! Но не ходите! Ни за что на свете! А здесь он не ответит. Ступай, иду! Не пустим! Руки прочь! Опомнитесь, не надо! Это голос моей судьбы! Дорогу, господа! Я в духом превращу вас, только тройки! Прочь, сказано! Иди! Я за тобой! Куда ведешь? Я дальше не пойду. Следи за мной. Слежу. Доверься мне и выслушай. Внимать тебе мой долг. И отомстить, когда ты все услышишь. Что? Слушай. Слушай. Ты впрямь любил когда-нибудь отца. О, Боже мой! Отмсти за подлое его убийство. Убийство? Да. Убийство из убийств. Как не бесчеловечны все убийства. Объявлено, что спящего в саду меня змея ужалила. Датчане бесстыдной ложью введены в обман. Ты должен знать, мой мальчик благородный, змея, убийца твоего отца, в его короне. О, мои прозрения! Мой дядя! Да, прелюбодей, в
увлекший королеву к постыдному сожительству с собой. Но тише. Ветром утренним пахнуло. Потороплюсь. Когда я спал, подкрался дядя твой с проклятым соком белины во фляге и в ухо влил настой. Так был рукой у брата я во сне лишен короны, жизни, королевы. Ужас, ужас, ужас. С ними. Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться. Сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воле мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так малодушничает наша мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибает замыслы с размаха, вначале обещавший успех от долгих отлагательств. Но довольно. На этот раз ловят без баловства. Прошу вас нападать как надо. Боюсь, вы лишь играли до сих пор. Думаете? Ладно. Thank you.
сытного. Что с королевой? Обморок простой, при виде крови. Неправда, Гамлет. Все, бичо, отравлено. Среди нас измена. Кто я виновник? Найди его! Искать недалеко. Ты умерщвлен, и нет тебе спасения. Всей жизни у тебя на полчаса. Рапира отравлена исходным острием. Король, самовиновник. Ах, рапира с ядом. Ступай, отравленная сталь, по назначению! Молчание.